О, ребята, с добрым утром, а вернее, добрый вечер. А, уже ночь у вас. Доброй ночи. Чего не спите так поздно? Ну, а те, кто проснулся, конечно же, приятного чаепития. Ну и приятного, это, с 1 и по 13. Похмело. Неизвестно, когда этот ролик выйдет, но явно далековато. Вот я, в общем-то, двигаюсь в районе Владимирской, Достоевской, станции метро. Вот, размышлял что-то с утра. Вот о спасении. Почему-то, ну, понятно, что наши, так сказать, святые отцы о чем говорили? Спасаться в деревне проще будет во времена оные, ну, последние времена, скажем так. Я согласен. Как говорится, земелька прокормит, потому что скоро здесь все перекроют, все ходы и подходы, и выходы. Ну так сказать, если ты не будешь принимать ничего лишнего на душу. Это я не только про алкоголь. Так вот, да, как бы легче в деревне. Но с другой стороны, вот мне конкретно, для меня, в моем случае, мне вот спасаться, скажем так, проще в городе. Почему? Ну здесь вот раз... Куда не зайди за угол, храм стоит. То есть, пожалуйста. То есть, всегда какой-то открыт храм. А в деревне, допустим, во-первых, если это далекая деревня, там еще очень далеко храм находится. Мы же знаем, много разрушенных храмов. Их же не восстанавливают. Новостройки строят, а новые не восстанавливают. Хотя надо с этого начать. То есть, в самой глухой глубинке, в самой глухой деревне надо восстановить храм, и тогда люди, может, подтянутся. Ну, там же, видишь, ломантосов не заработаешь. Так вот, и когда это все дело возродится, ну, это неизвестно. А суть-то в том, что вот здесь, на каждом углу, вот по Москве, я помню, идешь, хочешь, не хочешь, а вот как-то раз и заглянешь, бывает. А там неважно, там хоть погода, не погода, дождик немножко брызнул. Раз это, вроде как бы погрелся, а там служба идет. Ну и все, и на часик остался, остановился. То есть вот о чем речь. Елочка стоит еще. Уже рождественская, не новогодняя. Так вот, в моем случае спасаться, если в городе лучше, потому что много храмов. А где-то даже вот поселочек возьмешь. На замочке закрыто, вот хотел зайти, раз, на замочке закрыто. Такая вот история. Ну, мы говорим это о таких вот сегодня еще временах, ну или, скажем так, вчерашних. А будущее это нам готовит то, что все-таки в деревне будет лучше спасаться. А как? Ну, как там, по-разному. И мирским чином можно службы вести, и, как говорится, и батюшки будут. Все равно Господь как бы оставит батюшек-то. Тайных там, не тайных, как говорится, под листиками спрятанными, так сказать, образно, под листочками плоды зреют. Вот, так что желаю вам, ребята, ну, с Рождеством с наступающим, во-первых, желаю вам, как бы, если еще вы на этот путь не встали, встать на этот путь спасения, на путь покаяния, на путь исповеди. То есть вот на этот путь, пока есть время. Ну, там, говорят, времена придут такие, что в храм силком будут загонять, потому что все будет окатоличено, все подменено, все понятия, то есть символ веры изменен и много чего. Так что, друзья, подумайте насчет этого в рождественскую ночь. Сегодня сочельник, сегодня как бы такой серьезный пост, очень такой серьезный. И там, ну, как это называется, Сочиво, или как это? Сочиво. Ну, короче, это Сочиво? Или как оно там называется? Готовится из зерна, значит, водой заправляется, все это набухает, и то есть получается вот такая как бы пища. Вот чем обычно в сочельник питались. Ну, я не буду, конечно, замачивать, у меня нечего такого замачивать. Я сварил вот горох. И нормально, думаю, вот этим, это мое сочиво и хрючево, и как хотите назовите, будет. Так что все пока, на этом включение. Сейчас мне надо будет на Синую идти, мы еще включимся чуть позже. Так что всех с наступающим Рождеством, спаси Христос.